Доброе утречко, 8:28. Сейчас я пойду покажу вам наши общажские ванны, там, где можно постирать, ну и голову помыть. Так что я сейчас пойду мыть голову, как раз вам покажу. А потом буду делать яишенку. Вот так вот быстро моется голова. Я помыла уже голову. Еще раз сняла сережки. Наконец-таки дошло до меня все-таки снять. Вот так выглядит наша прачка. Тут девчонка, может, что-то оставила. Вот 6 ванн, раковина. Вот эти стиралки появились, наверное, только... Ну, когда я поступила на первый курс, их не было. И вот где-то на втором курсе вот она появилась первая. Девочки пятым этажом сбрасывались. И вот эта вторая. Про вторую уже историю не знаю. Вот, так что это на первом этаже все находится. Шампунь вот такой. Ой, кондиционер и шампунь. Не особо мне они нравятся, но пользоваться ими надо до конца, довести их. Все, пойду наверх кушать. Уже третий раз, наверное, скажу, что я буду готовить яишенку. Кстати, вот наша кухня. У нас тут 3 плиты. Стол, мыльные средства для того, чтобы убирать, 2 раковины и график тех, кто должен убирать. Я, благо, не попадаю уже в этот график, потому что я 3-й курс. Вот. Для яичницы что? Я возьму 3 яйца. Так, это спички. Сейчас я их разобью и добавлю молоко. Так, у меня сегодня 5-й день диеты, и она белковая. Желток не буду убирать, потому что мне жалко денег. Вот, так что, думаю, ничего страшного не будет, потому что в желтке тоже есть какие-то свои плюсы. Все, давайте готовить. Вот такая пиалочка у меня получилась. Это мне на ужин и где-то на второй завтрак, потому что я еще забыла сказать, что я съела 2 сырника с утра. Вот что у меня получилось. Полная каемочка. Я съем только половинку и половинку оставлю на ужин. Также я съела 2 сырника, как я уже говорила, с утра. И вот у меня еще 2 сырника осталось. Я возьму с собой. Сейчас покажу. Вот такие красивенькие получились. Ну, наверное. Вот. 2 сырничка таких. Возьму с собой на учебу. На перерыв. Там какой-нибудь. Вот сейчас я глажу свитерок, штаны погладить надо. Катька спит. Время почти 4, я еду домой. У нас опять была одна пара, вторую убрали, английский мы убрали, сдали домашку и ушли. Завтра меня ждет работа по экзаменационным вопросом по контентам еде, поэтому сегодня очень-очень много надо делать. Сейчас съем одну сырника, если людей мало будет, то съем еще половину. Если не будешь, приятного аппетита. Все, приехала уже в общагу. Время 5:12. Иду вся, болтыхаюсь. Сейчас быстро запихну в себя второй мой сырник, запью водой. Макне, прости. Я тут бутерами угощаю, сгущенку скармливаю. Сейчас еще Кате сделаю. Не сильно много. Ну, как пойдет. Мы не пошли в учебку. Вон тут полным ходом сделали закладки. И сейчас будем продолжать учить. Кстати, время. Время-то уже 9. Уже 9. Жесть. А завтра у меня питьевой день. Та-да-да-да-да. Уже по рукам потекло. Смотрю, зато потом смотреть будем угорать над этим. Угу. О боже, малюта такая зует просто. А если у нее есть банан, который мне предлагали, а он калорийный, на секундочку, и виноград. Кишмиш. Там виноград был, он тоже калорийный, мне его нельзя. А, ты с кем-то по скайпу еще болтаешь? Да. С парнем? А вот это вот сейчас вообще плохо.
Вот на этом месте должно быть ведро, но мы его еще до сих пор купить не можем. Да? Руки не доходят. Ноги. Сейчас, Катя, сделаю бутер со сгущенкой и хлебцом. Да. Тебе налить? Некуда пока. Сейчас приятно. Ладно. Приятного. Спасибо.